рубрика «За такие деньги». Сегодня мы получили 3 посылочки. Вот эти вот 2 шли у нас 50 дней. Вот эта вот шла 25 дней. Сейчас по порядку расскажу про каждую из этих посылочек и про все они были куплены на AliExpress. И как раз благодаря об этим посылочкам мы расскажем, прольем свет на акцию от AliExpress «Черная пятница» 11.11. Насколько действительно упали цены на разные товары. Итак, давайте начнем. Во-первых, вот эта вот посылочка шла на 50 дней, я на нее открыл уже диску, и мне уже должны перечислить деньги, вернуть. Ну, я, как честный человек, сейчас, когда мне вернутся деньги, я напишу продавцу, добавлю опять в корзину товар, он мне сделает, снизит цену до $4.5, и я ему еще раз ее оплачу и сразу подтвержу, что я получил. Вот. Ну, естественно, если товар хороший. Суть в чем? Я выложу картинку, добавлю картинку о том, что за сколько я купил. Купил я за $4.5 50 дней назад. Сейчас к акции 11.11 цена стоит $7.5. Я сделал себе пометки прямо на упаковке. И 11.11 цена станет $4.5. То есть вернется на ту цену, которая была раньше. Итого получаем, продавцы просто завышают цены и возвращаются на ту цену, которая была. Я добавлю картинки, скриншоты об этом всем, то есть чтобы было понятнее. Давайте откроем первую, посмотрим. Это у нас сверла для дрели, минимальные сверла для дрели. Вот так выглядят. Вот. Хорошо запакована, удобная такая коробочка. Так она вот так вот раскрывается. Ух ты. Товар действительно выглядит хорошо, сделан качественно. Здесь вот такие прокладочки. $4.5, сверла такие тоненькие. Я их брал не себе. Ай, блин, проколол палец. Очень острые, тоненькие. Вот. Он проколол палец. Видно, нет. То есть очень тоненькие они. Вот так они вот выглядят, разного размера. Брал я их за $4.5. Сейчас цена стоит $7.5. И 11.11 вернется обратно на $4.5. У всех сверел есть маркировка. Вот. Размеры, да, или что. Вот так они все выглядят. Выглядят хорошо, качественно. То есть я доволен. Вот такой вот коробочки интересный. Вот, я думаю, владелец этих сверел, это мой друг себе заказывал, я думаю, он будет доволен. Давайте посмотрим сразу вторую посылку. Это тоже заказывал тот же друг. По ней здесь продавец более честный. Шла тоже посылка 50 дней, бестрековая. Открыл я по ней диск, деньги мне еще не вернули, диск не закрыт, поэтому я его отменю, если все в порядке с товаром. Стоимость я брал за $4.33, а сейчас он стоит $4.56. То есть вот ажиотаж всего на 23 цента стал дороже, то данный товар. Вот. Посмотрим, это зажимной патрон. Вот так вот он выглядит, зажимной патрон. Давайте мы его откроем. Вот, я уже пооткрывал диспуты. Вот так вот он выглядит. Вот так это все выглядит. Получается, вот, видите? Как раз вот эти сверлышки можно и зажать, я так понимаю, в этом зажимном патроне. Давайте сразу попробуем одну, возьму потолще, чтобы опять не проткнуть себе палец. Да, зажимает отлично, вот, для этих сверел. Вот. Все вроде качественно, блин, заляпал немножко кровью. Вот. Все отлично.
Я думаю, друг будет доволен. Все сделано вроде качественно. Все металлическое, пластика не видно. Все хорошо. Вот. Этот продавец более честный. То есть это мы откладываем, это подарки другу. Вот так они выглядят. То есть здесь все в порядке. С этим мы обсудили. То есть удвоил цену и понизил. Действительно качественные вещи. Но 7 долларов я за них бы не дал. 4,5 доллара это отличная цена для данных сыров. Для мелкой работы. Вот, для дремеля. Далее. И последнее, что мы посмотрим сегодня, это зубные щетки. По ним тоже коснулась акция «Всемирный ажиотаж Черной пятницы», «Дня холостяка в Китае», который обычно проводят Черную пятницу. Здесь зубные щетки. Покупала их за $1.98. Это, ну, 2 доллара, это 50 гривен за 4 зубные щетки бамбуковые. Сейчас цена стоит 2,68, и в день Черной пятницы ее снизят до 2 долларов 41 цента. То есть на 50 центов дороже получилось сейчас и станет на 50 центов, на 40 центов дороже в день Черной пятницы. Опять экаю, простите меня, я без подготовки. Открываем. Вот так выглядят зубные щетки. Сразу выберу себе и откроем, посмотрим. Видно, вот вблизи торчат ворсинки у них. Не знаю, будет ли интересно. Буду синенько чистить зубы. Давайте мы ее вскроем синенькую. Так, где же наш меч? Выглядит. Здесь есть заусенки на резинке. Так, ну, МНАО написано. Сделаны из пластика, жмется. Есть шершавая штука для чистки языка с обратной стороны. Ну и ворсинки, они... А, ну они так сделаны, скорее всего, для... То есть выделяется. Если видно, пробую сейчас настроить. Не получается. Вот, идет густые, а потом на миллиметров 5 выделяются несколько тонких. Вот. Ну, мягкая такая, интересная зубная щетка. Буду пробовать и чистить зубы. То есть купил 4 зубных щетки бамбуковые, так они в разных цветах. Получается на наши 50 гривен за 4 щетки, да, то есть по 12,50 за, ну там 13-14 гривен за одну зубную щетку. В принципе, нормально, попробуем. Разноцветные, веселые такие. Это не снимается? Нет, не снимается. Вот. Так, опять же, на этом у нас все сегодня. Посмотрели все, там идут батареи, Xiaomi батареи, много разных товаров с Gearbest идет. Это те посылки, которые я очень долго ждал с Алиэкспресса. Итак, резюмируя, это сейчас увеличили в честь в 2 раза цену и сбросят 11.11. Это цену не, практически не увеличили на 23 цента. Это увеличили тоже цену и сбросят 11.11. То есть имеем что? День холостяка, Черная пятница, которая проходит 11 ноября. И сейчас такой огромный ажиотаж на AliExpress в связи с этим праздником. Это реальный разводняк. И купоны, как купоны, монетки и то, что сейчас предлагается для того, чтобы скинуть, они просто вернут цены на тот уровень, которые были 2 месяца назад, месяц назад еще у некоторых продавцов, которые не готовились к... То есть те скидки, которые мы можем сейчас получить, они, возвращаясь нас к ценам, к реальным ценам стоимости данных товаров. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, простите, если я где-то экал, там сделали несколько замечаний, я очень стараюсь для того, чтобы было удобнее вам слушать и приятнее. Все, спасибо, всем пока!